схуя ли я богатый? С чего вы взяли, что актеры, они богатые? Вообще, блядь, непонятно. Вообще не богатый. Мне вот за эти 3 месяца, что я снимаюсь, еле-еле удалось, блядь, накопить 2 миллиона. Еле-еле. Это сейчас я вот ремонт сделаю в новом здании, и все, пиздец их не будет. Через 2 месяца я без копейки. Только на ремонт уйдет нахуй, и все. Ну что, алименты, маме, блядь, хуйня, всем надо, блядь, денег. Вообще не богатый. Из миллионов из 10, что я заработал, за 3 месяца 10 миллионов актер, блядь, да? Это хуйня вообще. У меня 2 накопленных тут, в речи. Больше 50% сразу уходит. Налоги, агенты, алименты, родственники, все. Еда нормальная, да? Поэтому, а 2 миллиона, хуй такое. Для вас 2 миллиона, блядь, это вот. А когда у вас есть какая-то идея, там, снять, арендовать что-то, сделать, придумать. Инструмент купить какой-нибудь музыкальный, блядь. 200 тысяч, да, хороший инструмент. Колонку какую-нибудь за 200 тысяч. Одну причем. А пара все 400 выйдет. Вот для того, чтобы... Не за что зацепиться эти штуки. Для того, чтобы просто себе обновить какую-то там музыкальную возможность для музыки. Уже 1 миллион уйдет сразу. А покушать? Вы в ресторан ходите. 5 тысяч на двоих, блядь, в ресторане. Ну, чтобы это самое, не пойти в говно, да, в какое-то. А нормальное, там, типа гинзы, типа баклажана, что-то в Питере, да? Хороший. Ну не 5, но 3 на двоих с утра. Чтобы не обжираться. А если втроем, четвером, 5-10 тысяч уйдет в день. Это минимум. Сколько ж бабок надо? Поэтому нам не платят 1 миллион, как западным артистам. Поехал хуй, только, блядь, калеку себе заработаете. Нихуя там не платят на боях. Говно. Вон. Панин, что 500 тысяч получил. Джигурдану там, ну, максимум 1 миллион. Это хуйня. Это вам только вот, на лекарства после этих боев хватит. Еле-еле. Владимир, как это работает? Я просто не понимаю, за сериалы вам кто платит? Ведь их не показывают в кино, нет сборов. Сколько вы зарабатывали на сериал «Кремень» с «Несклет»? Сериалы, их показывают по телеку. А в телеке есть рекламная сетка. И вот за счет этой рекламы каналы и питаются. Поэтому деньги на съемку сериала дает канал. Вот. И из этих денег я получаю свою зарплату, когда снимаю этот сериал или снимаюсь в нем. И все. И дальше он живет своей жизнью. Этот сериал показывают каждый год, и каждый год в нем реклама. И за счет этой рекламы канал и обогащается. Канал, а не я. Понятно? Понятно?